Александр, вы производите впечатление мудрого, разностороннего и расторопного человека. А вот какой вы дома среди друзей? Мудрый, разносторонний и расторопный. Это интересно. Я не то чтобы произвожу это впечатление, я действительно достаточно неплохо обучен, да, у меня есть несколько образований. По поводу расторопного я бы не сказал. Я человек плановый, я человек регламента, так как много лет был в погонах, да, практически 30 лет я носил погоны, и поэтому для меня график имеет достаточно серьезное значение. Другое дело, что свой график я строю в соответствии со своей энергией, со своей интуицией. Я знаю, в какой момент я встречаюсь с людьми, в какой момент я не буду встречаться. И я стараюсь не пропустить вот эти временные интервалы, когда я максимально силен. И если у меня недостаточно энергии, я в это время ни с кем не встречаюсь. Но это тоже график. И поэтому по поводу расторопности я не могу сказать. Просто я очень жестко зарегламентирован. Зрители знают вас по программе, да, «Битва экстрасенсов». А вот вы, да, то есть вы можете сказать, что ваше участие – это что? Это повышение самооценки, это желание заявить о себе на более широкую аудиторию, или же это помочь людям? Здесь нельзя сказать, выделить какую-то одну цель, да, вот для чего я это сделал. Ну, во-первых, сама эта площадка, да, она была единственной, она на сегодняшний день остается единственной площадкой для реализации возможности заявить о себе людям, у которых достаточно высокий уровень интуиции. И на тот момент, ну, больше не было никаких программ. Если было бы что-то другое, возможно, я бы использовал что-то другое. Но нет. И сегодня нет практически. Существует огромное количество подобных программ, но именно вот этот контент, он, ну, мы видим, что как бы битва продолжается из года в год. Я ведь достаточно давно уже участвовал. Это прошло 8 лет. Да? 8 лет уже прошло. И вот мы сегодня опять говорим об этом же. И я продолжаю в этом направлении работать. Для меня вначале это был некий эксперимент, и для меня это была школа, это была серьезная школа, потому что вот так специально испытывая себя на интуицию, я этим не занимался, потому что у меня была достаточно обычная жизнь, но моя работа всегда была связана с интуицией, потому что, ну, представьте, человек 17 лет работает на скорой помощи, на самостоятельных, так сказать, вызовах, когда нет рядом опытных докторов. Да, у меня была теоретическая база, и неплохая, я очень неплохо учился медицине, вот, но опыта никакого не было. И там очень сложно вот сидеть и вспоминать, что нужно сделать с больным, когда у тебя времени практически нет, ты в колоссальном цейтноте. И спросить не у кого. И тогда действительно включается интуиция для того, чтобы оказать помощь человеку. Вот. То есть я всегда с ней был рядом, и все 30 лет своей деятельности до этого момента, как я пошел на эту битву, они были, в принципе, направлены на улучшение интуитивных характеристик. Но когда я пришел туда, вот там начались самые интересные вещи, потому что, ну, во-первых, даже в самом начале, когда были испытания за кадром, когда идет только первичный отбор, я помню, когда смотрел эту программу, сидишь на диване, комфортно, никто не мешает, ответственности никакой. И я понимаю, что будет, кто, что, да, вот реально я это чувствую. Вот, и при этом я понимаю, что у меня абсолютно нет стресса, то есть я дома. Вот. А когда ты выходишь уже на площадку, и когда ты в цейтноте, у тебя там 10 минут, вот, и все. И вот это совершенно другое состояние. И у меня начало там получаться. Те вещи, которых я никогда не делал. Потому что там ребят креативные, они выдумывают какие-то интересные вещи, которых, ну, сам в обычной жизни, ну, у тебя и не будет. Потому что там людей тебе ставят на исследования определенных. Это исследовательская работа. То есть, когда ставят перед тобой человека, ты должен исследовать его с точки зрения интуиции и рассказать какие-то вещи, о которых никто не знает. Вот. И это трехмесячная школа, это трехмесячный марафон. Он дал мне очень много. Он дал мне возможность, во-первых, переосмыслить свое отношение к интуиции, максимально на этом сконцентрироваться. И
И уже там я начал изучать вот теорию, потому что интуиция, она не имела до этого момента никакой теории практически, да. То есть я начал понимать, что в какие-то дни уровень интуиции выше, в какие-то дни он ниже. Я начал понимать, что продукты питания могут реально снизить восприятие. Какие-то, наоборот, усилить его. Я для себя составил огромный список продуктов, которые мне нельзя категорически есть. Это было все там, вот именно в 2008 году. То есть вы себя по-новому открывали? Я себя открывал в первую очередь. И там, когда есть такое название, там, битва экстрасенсов, битва-то была у меня не с людьми. Битва была как раз со своими ощущениями, со своей логикой. Битва была направлена на то, чтобы, так сказать, в ручном режиме логику выключить. Тотально выключить. Я использовал там разные способы. Я работал так, что во время испытания в некоторые дни я вообще старался не дышать, чтобы вызвать обычную такую гипоксию, практически кислородное голодание, чтобы сбить логику абсолютно, чтобы, знаете, как вызвать в себе в организме некую панику искусственно. Вот. Чтобы уйти от расчетов и аналитики, чтобы не видеть, знаете, вот перед тобой человек, и ты смотришь там, значит, как он одет, там какие-то невербальные признаки, и это будет сильно мешать. Вот это будет сильно мешать, потому что как бы невербальные признаки, они все-таки подразумевают под собой логику. А мне нужно было отключиться от этого и видеть только его суть, а не внешние контуры человека. И поэтому разные способы там изобретал, на месте. Мы уже заговорили о странах. Сейчас в наше время очень многих волнует вопрос миграции. Как вы считаете, что ждет нашу страну в будущем, если у нее вот такое процветание? У Молдавии? Да. Есть страны, которые пишут историю, есть страны, которые ее слегка корректируют, есть страны, которые не корректируют и не пишут, и зависят от стран, которые реально пишут историю. Молдавия относится к такой стране, это территория, которая историю сама не пишет. У нее есть внутренняя история, но влияние на внешние контуры здесь маловероятное. Потому что разное, так сказать, у стран направление. Это не хорошо, не плохо. Я знаю огромное количество стран, которые намного меньше Молдавии, но намного успешнее. Да? Допустим, мне нравится маленькая страна Сан-Марино, она реально по сравнению с Молдавией, ну просто вот ее на карте-то не найти. Да? Это просто маленький город, по большому счету. Но при этом эта страна имеет достаточно серьезную, так сказать, политическую структуру, которая основана на том, что президентов-регентов меняют каждые полгода на протяжении огромного количества лет. И они не меняют эту структуру вообще. Да? Они создали для себя уникальный способ существования, и этот способ у них работает. Вот. То есть Молдавия все равно найдет свой способ уникального своего существования для того, чтобы все население было достаточно счастливым. Но есть смысл вот уезжать сегодня? По вопросам миграции есть люди, которые должны оставаться на месте, есть люди, которые должны реально перемещаться в пространстве, может быть, даже внутри этого региона. У нас у каждого свой вектор. Вот. Тотально всем уезжать, конечно, нет. Никакого смысла нет. Вообще, я не первый раз в Молдавии, и мне нравится эта страна. Это не только связано с климатом. Нет, это связано совершенно с другими вещами. Здесь вот каждая территория, она вносит определенную энергию в человека, который родился на этой территории. Здесь комфортно жить, в принципе, комфортно жить. А другое дело, что когда разваливаются империи, такие маленькие страны, как Молдова, они находятся в состоянии крайне неустойчивого равновесия. Все время баланс, туда или туда. Вот нарушается этот баланс, и вот сейчас страна находится вот в таком неустойчивом равновесии. И если часть людей будет активно покидать территорию, то этот баланс может сдвинуться, конечно, очень серьезно. И, наверное, когда страна в таком состоянии, лучше не использовать миграцию. Нам кажется иногда, что мы это делаем для себя в лучшую сторону, вот, но при этом мы сделаем для своей страны, так сказать, не совсем комфортную ситуацию.
Но вот есть ли тот человек, который вот сможет изменить на сегодняшний день ситуацию? А вы имеете в виду из кандидатов в президенты ваших? Ну, можно и так сказать. Я видел список, я реально такого обильного, такого огромного количества людей в списке на главный пост страны я не видел. Но что я там увидел? А настоящих там серьезных кандидатов там всего 3, вот, а остальные люди, они статисты и актеры. Вот. То есть у них нет энергии власти, у них нет, так сказать, у них даже нет желания занимать этот пост. Они просто люди назначены как некий отвлекающий маневр. Ну, это политические игры. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и дальше поговорим. Вы вообще работаете со снами. У вас даже есть целые книги, которым вы им посвящаете. А вот скажите, в какой-то момент вы рассказывали о том, что можно сны вызывать. То есть мы задаем вопрос, и во сне к нам приходит ответ. Как это правильно делать? Сны для меня инструмент, это рабочий инструмент. И если люди обычно во сне просто отдыхают, то я реально во сне работаю. Это не физическая работа, это работа вот, как раз с мирозданием, это интерактив. Действительно, во сне можно задать, перед сном можно задать вопрос и во сне получить ответ. Способы получения информации здесь достаточно, я не делаю из этого секрета, и действительно, я в своих книгах пишу, как я это делаю. Вот. Я это делаю достаточно давно, с раннего возраста. Это, для меня это интересно, это часть моей жизни, и она не менее активна, чем та часть, когда я не сплю. Иногда даже более, потому что там информация идет ну, совершенно такая объективная, да, и никто не мешает на ее восприятие. То есть вот есть я и больше никого. И все, что там происходит, я всегда очень анализирую потом, вспоминаю детали и так далее. А надо анализировать по сонику вообще? Нет, здесь немножко другое. Я пока еще не написал свой соник, но когда-нибудь я возьму и сяду и напишу вообще конкретную инструкцию по работе со сном. Каждый из нас видит сны. Кто-то видит то, что он делал накануне, да, как сомнологи говорят, сон – это повторение просто тех событий, которые с нами происходят наяву. Вот. А если человек делает одно и то же дело, да, вот человек работает на токарном станке, точит какую-то деталь, он во сне реально может это видеть. Он может видеть эту деталь, он может… Да, это вот та категория снов. Но иногда этот человек видит события, которые не связаны с его работой, совершенно не связаны с его переживаниями, и при этом это событие потом реализуется. Вот эта категория снов несет информацию. Я могу дифференцировать, и, скорее всего, многие могут дифференцировать, это информационный сон или неинформационный. Я специально в своем календаре указал дни, когда интуиция выше, и когда реальная информация во сне может быть вероятностью ее получение может быть максимальной. Что мешает на получение информации из сна? Какие вещи? Есть продукты питания, которые реально мешают. Это, допустим, мед, орехи, изюм, шоколад, все производные какао-бобов. Вот эти продукты я убираю. Вообще для своей работы это опасные вещи, для моей работы. Если мне не надо работать, я могу это есть. Но если мне нужно работать или видеть сон, я эти продукты исключаю. Я исключаю все продукты, которые сорбируют воду, допустим, там высушенные, сублимированные вещи. Сухари, сушки, сухое печенье, галеты, крекеры, допустим, чипсы, там, попкорн. Вот эти вещи для меня табу, то есть они мешают работе. Но есть продукты, которые помогают, это рыба, это морепродукты, это душ, это вода, это шум воды, это воспоминания о дожде, под который попадал, это собственное воспоминание, не телевизионная картинка, это своя память работает, это воспоминания, это скрип снега под ногами. То есть вот эти вещи, они настраивают тебя как раз на ту волну, на которую ты можешь получить ответ. А вопрос, как задавать, так сказать, как формулировать свой вопрос мирозданию. Когда мы работаем в интернете, мы стараемся максимально лаконично в поисковой строке забить вопрос, чтобы у тебя сразу очень быстро выйти на тот сайт, который тебя интересует. То есть если ты некорректно забиваешь вопрос, да, то у тебя и будет ответ некорректный.
То есть будет огромное количество информации, среди которой будет твоя, но найти ее крайне тяжело. Также работается, в общем-то, и со сном. Максимально конкретный, корректный, лаконичный вопрос дает максимально конкретный, корректный и правильный ответ. А если вопрос разбит, значит, если он не сконцентрирован, тогда ты увидишь, но очень сложно интерпретировать. Любой сон можно интерпретировать, совершенно любой. А способности к интерпретации у нас есть у каждого. Я заметил одну вещь. Нет снов, информация в которых превышала бы нашу способность интерпретировать. То есть мы все можем понять, но нужно уметь смотреть детали. Очень много информации скрыто в деталях в снах. По снам можно определить время наступления событий. Допустим, для меня вот есть, ну, я сам создал эту систему для себя, и каждый тоже может. То есть, если я вижу во сне событие происходит утром, там, в обед, днем или вечером, или ночью, я понимаю по времени, что это событие может происходить зимой, весной, летом или осенью. Да? А если я вижу во сне человека, и я знаю его имя, я знаю, что этот человек не будет вмешиваться в ситуацию, но его имя несет определенную информацию. То есть, если его зовут, допустим, ну, приснился человек, его зовут Валерий, да? Я перевожу имя. Имя Валера в переводе с латыни – это «здоровый». Значит, что я делаю? Я обращаю внимание на свой иммунный статус. Я уже не пойду в метро, чтобы не зацепить вирус. Я уже буду очень внимательно смотреть продукты питания, чтобы не отравиться, потому что низкий иммунитет. То есть этот сон несет информацию о том, что у меня низкий иммунный статус, что мне нужно обратить внимание на здоровье. Любое имя в любой национальности имеет четкий конкретный перевод. Многие говорят, вот мне приснилась женщина, а после этого я заболел. А как ее звали? Она говорит, Валентина. А Валентина также переводится как «здоровая». То есть человек снится не потому, что он плохой или хороший. Он просто своим именем несет информацию. И вот таких вещей очень много. Когда-нибудь я напишу об этом. Смотрите, у нас был кастинг на телеканале, и все отправляли свои истории. Вот мы выбрали две истории. Надо вкратце, в двух-трех предложениях, рассказать, что с этим человеком. 2008 год? Да. 6.11. 2000. Минуточку, он просто плохо говорит. Так, июня 89 год. Так, симпатичный, молодой человек, очень энергичный, громкий смех. Физически он реально развит, но решение принимает крайне медленно. Сразу на вопросы отвечает, да и нет, не отвечает. Очень тонкий слух, есть способность к иностранным языкам, очень хорошая. Я бы сказал, музыкальная. Очень тонкий слух. То есть он найдет себя в какой-то стране? Сейчас, секундочку. Значит, Китай его сломает напрочь. Энергия западная в чистом виде. Ему нельзя в Китай, ему нельзя в Индию, ему нельзя в Таиланд. Он будет разрушен. Но он любит теплые страны. Ему выбирать нужно лучше. Если уж выбирать, то юго-запад от места рождения. Он здесь рожден, да? Да. Так. Что еще можно сказать? Этот человек, он выглядит моложе. По мозгам он старше. Он реально взрослый. По восприятию мира он очень взрослый. И он очень, ему очень тяжело найти свою половину. Очень тяжело. А он начинает проводить вычислительные действия. У него включается логика. Он начинает смотреть, во-первых, для него очень важна внешность. А потом он смотрит, есть ли бренды. Он смотрит, как она говорит, как ест, как спит, какая ее семья. Очень огромное количество факторов выставляет на изучение. Вот. И в результате, пока он изучает, поезд ушел. Вообще, как девушкам найти своего спутника? По каким критериям? Как она должна вот понимать? Да? Девушке найти своего спутника по критериям? Здесь панацеи, в принципе, нет. Чтобы вот так сразу сказать кого. Реально, я не могу сказать общую рекомендацию для человека, как бы, который сам является определенной системой. Да? У нас у каждого свои предпочтения есть. Вот для того, чтобы девушке выйти замуж, в основе все-таки лежит один принцип. Девушка не должна быть в режиме поиска, она должна быть в режиме ожидания.
Очень многие девушки в современном мире, они находятся как раз, они выполняют мужские задачи. Они сами делают карьеру, они двигаются по карьерной лестнице, они активно обучаются для того, чтобы захватывать территории. Они реально похожи как на неких альпинистов, штурмующих Эверест. Вот. А мужчина при этом ищет совершенно другой типаж. Мужчине нужна спокойная, ровная женщина, а мужчина, как агроном, ищет поле. Поле, а не гору. Мужчина ищет поле на таком плодородное поле, неподвижное, без сейсмики, без землетрясений. Да, вот. А если поле будет все время перемещаться в пространстве, то агроном пройдет мимо. А мир сейчас, динамика такая, что женщины захватывают достаточно серьезные позиции во всем. А вот ладно, мода это одно, допустим, там стиль это одно, но есть еще и бизнес серьезный. Я встречаю очень много девушек, которые реально добились огромного успеха в социуме в плане зарабатывания денег, вот, но при этом у них абсолютно отсутствует успех в плане партнерских отношений. Поэтому перевод себя в режим ожидания здесь наиболее, так сказать, универсальный рецепт. Судьба подвергается корректировке. Есть вещи, которые изменить невозможно, вещи, которые заложены нашими предками. Вот. А при этом, что такое судьба? Это движение, допустим, по улицам города. Вот есть перекресток. На перекрестке я могу идти влево, вправо или вперед, допустим. Но как только я его пересек, назад я уже уйти не могу. Временно вспять не течет. И я буду идти по определенному маршруту до следующего перекрестка. Вот я пока в центре улицы, вот я там ничего не изменяю. Нужно просто пройти еще немножко вперед до следующего перекрестка. И опять у меня возникает многовариантность событий. И опять я могу выбрать одну, вторую или третью судьбу. И опять дальше, опять, если я выбрал, следующее движение опять по узкому коридору. Ну, во-первых, для того, чтобы справляться с неудачами, нужно реально относиться к себе более внимательно, к своим ощущениям, к своей интуиции. Не идти на поводу социума и не делать себе кумиров из политиков, из артистов, из каких-то объектов, которые реально не надо создавать себе ложные маяки. Интуиция как раз и позволяет уйти от социальных норм и правил, которые часто доминирует над нами. В какой-то момент в обществе очень модно быть юристом, в какой-то момент, допустим, военным, в какой-то момент там, врачом. Да? И когда мы идем на поводу общества, да, и мы выбираем какой-то для себя путь, который навязан нам общественным мнением, мы часто делаем ошибку. Нужно себя слушать и понимать, что тебе больше нравится. Потому что реализация в партнерстве – это реализация практически во всем. Спасибо вам огромное за интервью. Было очень приятно то, что вы посетили нашу передачу. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.